сейчас умру. А самое страшное, что ты даже это не почувствуешь. Потому что тебе все равно. Я думала, что это другой мир, не такой, как у меня был дома. Что я нужна. Что я смогу поговорить с тобой. Но ты меня даже не видишь. Но все равно мне не страшно.